«Нам строить будущее», установка которой будут придерживаться делегаты фестиваля. К этой поездке пришлось готовиться заранее. Представлять страну всему миру – ответственная миссия. Сейчас, в период до фестиваля, мы проходим подготовку. Нас обучают, нам рассказывают о том, как воздействовать на участников, как с ними коммуницировать, как правильно доносить ценности, доносить смыслы данного фестиваля, какие активности мы можем предлагать ребятам. На фестивале ребят ждут встречи с известными людьми из разных сфер, от артистов до бизнесменов. Но остается в секрете, что именно будет происходить. Однако ясно, что задача ребят после возвращения – делиться с земляками опытом общения с иностранной молодежью. На торжественные проводы делегации приехали участники фестиваля прошлых лет. Мы были воспитаны советской школой, мы были, скажем так, патриотизм для нас – это слово не просто слово, а это смысл нашей жизни. Я так полагаю, что сегодня в составе делегации лучшие молодые представители Алтайского края – это будущее Алтайского края и будущее России. Мягкой силой фестиваль считают и присутствовавшие на отправке делегации представители власти. Вам предстоит провести большую работу по встрече с нашей молодежью и рассказать и показать все, что происходило в городе Сочи. Ну а в городе Сочи вы должны показать всему мировому сообществу, что Россия – это миролюбивая страна. Особенность этого фестиваля – его программа. Кроме рядовых мероприятий, она включает большой форум национальных кухонь мира. Особое значение имеет и формат культурного шефства. Но взаимодействовать я прошу вас особенно важно с теми, над кем мы будем вести культурное шефство. Это ребята из 4 стран – Шри-Ланка, Венгрия, Бурунди и Малави. Международное взаимодействие в молодежной сфере, в молодежной среде, которая вне различных политических взглядов, а за то, чтобы строить общее будущее на нашей планете, я уверена, что такое взаимодействие обогатит вас новыми идеями. Город Сириус находится в Сочи. Часть ребят уже приехала на курорт. Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта. О его самых интересных моментах участники обещают регулярно рассказывать в социальных сетях. Дарья Ерошина, Андрей Печоркин. День с толком.